Добрый всем день. Сегодня мы поговорим об автомобильной активной антенне Триада 40. Эта недорогая антенна с регулировкой усиления предназначена для дальнего приема УКВ и ФМ. Дальность достигает 80, иногда даже 100 км. Несколько слов о преимуществах антенны. Триада 40 изготовлена в России, в Санкт-Петербурге. При изготовлении антенны учитывались все особенности российских условий и стандартов. Светодиодный индикатор позволяет контролировать подачу питания на антенну от бортовой сети автомобиля. Регулировка усиления позволяет усилить максимально сигнал на дальних расстояниях и ослабить вблизи источника сигнала. Есть два варианта упаковки – супер и экзотика. Инструкция по установке напечатана на упаковке. Из миниатюрного пластикового корпуса выходит приемное полотно антенны, кабель с разъемом, провода питания и земляной провод. Слева у корпуса есть регулировочная ручка. Вот она видна. По центру корпуса светодиод. Триада 40 крепится на лобовое стекло автомобиля на специальный двусторонний автомобильный скотч. Два кусочка скотча на полотно антенны и один большой кусочек скотча на корпус антенны. Никаких отверстий в корпусе автомобиля сверлить не требуется.